Здравствуйте. Представляем еще одну экспериментальную прошивку, которую мы решили поставить на аппарат Jansun на 2 гига оперативной памяти 9 дюймов. Уже сразу установлено лого. Это Android 10 альтернативный с возможностями некоторыми дополнительными. Немножко другой интерфейс. Но опять же напомню, это возможно только на моделях с MediaTek. Ну, неправильно сказал. Это возможно на разных, но мы умеем это делать только на MediaTek. Возможно, на остальных нужно использовать просто другой тип прошивальщика, либо другой подход. Там немного сложнее, особенно в Intel. Хотя тоже, я думаю, все подобное. Сейчас стоит здесь английский язык. Английский язык здесь легко поменять на русский. Сейчас покажу, как это сделать. Но сначала хочу зайти в инженерное меню. Есть одна особенность. После прошивки в инженерном меню название автомобилей. Car Setting. Сразу у нас тут появился System, Factory Setting, Factory Setting. Пароль 1617 поменялся. Ну, это должно было быть. И нас сейчас интересует, вот здесь выставляется лого. Мы уже выставили лого Peugeot, так как клиент покупает автомобиль для автомобиля Peugeot. Здесь нужно выставить контайп. Контайп вот по брендам. Здесь, если стоит русский, то здесь очень странное название. Нужно выставить английский, чтобы найти Peugeot. Вот мы нашли 10-й Peugeot. И в данном случае клиент у нас на 307. 307, вот, Peugeot 307. По 14-й год. Принимаем. Принимаем. Производитель. Нужно указать еще производитель. Ну, поставим все. D-Book. Ну, все принято. Так, выходим. Дополнительные функции управления. Confirm. Все, выходим. Теперь нужно выставить. Просит еще раз применить. Выставили. И теперь давайте поставим... У нас через сеттинг необходимый язык. Язык у нас language. Language, language. Выберем русский. Кстати, здесь есть все языки. Но выберем русский. Все. Теперь мы имеем полностью необходимый русский язык. И можем посмотреть на интерфейс более понятно. Итак, информация об автомобиле будет доступна только если у вас подключится CAN. Ну и не всегда это работает. По звуку у нас есть Hi-Fi. Можем управлять. Сцена, другой, трон. Немножко корявенький перевод, но в принципе есть инструкция. Есть музыка. Есть у нас Bluetooth, обои можно менять, проводник радио, сброс, некий ящик инструментов стандартный. Вот такая вот обучалка для руля классическая. Ну вот Android система у нас показывает Android 10, 2 плюс 32. Вот в принципе и все. Такая вот прошивочка новая. Для магнитол Джансон.